для тебя наше аромасообщество? Я вообще благодарна, что я здесь сегодня, потому что аромасообщество для меня это в первую очередь женская энергия, это в первую очередь красота, мотивация, это вообще, в общем, про то, что ты оказываешься в кругу реально крутых, успешных девушек, и ты очень хочешь этому соответствовать еще больше. Сколько по времени ты уже в нашем сообществе? Сколько ты с маслами? С августа. Это получается три месяца. Да, и месяц один прокрастинации, то есть два. Да, мы дорогие, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что для вас наше аромасообщество? Буквально несколько слов. Прежде всего, это прекрасные женщины, рядом с которыми расцветаешь, наполняешься и даришь всем радость. Спасибо большое. Огромное ресурсное поле, когда ты смотришь на людей и вдохновляешься ими, их победами и стремишься к этому же. Так, ну, не на мужских энергиях, когда там, а когда смотришь на Анастасию, она такая цветущая. И раз, да, и сразу. Спасибо. А поделитесь, пожалуйста, сколько вы в нашем сообществе, сколько вы знакомы с маслами? Больше 2 лет. Супер. Я около 2 лет. Слушай, скажи, пожалуйста, пару слов. Что для тебя наше аромасообщество? Это цветение, благоухание. Мы как цветочки, видите, вот. И про женщин, конечно же. Про, наверное, вот эту суть, что мы успешны, красивые, да, не сильные все сами. Мы так можем, но... Но не хотим. Но не хотим, да. Мы настолько проявлены, что нам все как бы к нам тянутся. И нам все помогают, все делают. И мы находимся в такой легкости и в классном настроении. Это самое главное. Супер, спасибо. Сколько ты уже с маслами? Я около года, но активно занимаюсь этим буквально пару месяцев. Поделись, пожалуйста, что для тебя наше аромасообщество? Для меня это жизнь, я обожаю ароматы, я просто это все очень люблю, мне кайфово находиться здесь. Кайфово, классно. Люди, да. Поделись, сколько ты знакома с эфирными маслами? Год, около года примерно. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария, поделись, пожалуйста, что для тебя наше аромасообщество? Все. Одним коротким словом, это все. Это мир женщин, это мир ароматов, это мир раскайфушек, наполнения, вдохновления. Всегда есть чему поучиться и что взять от других женщин. Всегда есть куда стремиться в плане приобретения каких-то новых масел. И каждый раз хочу, из состояния хочу. Очень вдохновляет. Спасибо, дорогая. Сколько ты уже с маслами? Ну, наверное, уже больше 2,5 лет. Что для вас наше аромасообщество? Я начинающий аромапрактик, и это очень интересно. Сколько вы уже с маслами? Около месяца, наверное. Я только недавно заказала стартовый набор, поэтому пока знакомлюсь, но довольно-таки очень активно. Супер. Какие впечатления вообще от сообщества, от этого праздника? Ну, первоначально масла мне дали сон. Я начала хорошо спать благодаря лаванде. Теперь я всегда с ней. А вот такие подобные вечера я просто люблю. Наряжаться в платьях, с макияжем, куда-то выйти. Это очень здорово. Поэтому как только увидела
анонс, нужно идти обязательно, просто потому что девочкам это очень нужно. Согласна на 100%, это дополнительный прекрасный повод нарядиться, сделать себе красивый образ, выйти и побыть в поле таких же прекрасных женщин, да ведь? Да, энергетика классная, конечно.